энергичное вам время суток. Энергичный будильник с последней главой книги Боду Шефера о наставнике, окружении и экспертах. Ну, на самом деле, 14 главу мы просто уже разбирали с благотворительностью. А вот в этой главе Шефер говорит о том, что окружение в результате приводит к тому образу мыслей, который мы ведем, а он в результате ведет к богатству или небогатству, как мы уже рассуждали в предыдущих главах. Поэтому Шефер настоятельно рекомендует найти себе наставника, который в финансовой сфере превышает, соответственно, его доходы превышают ваши сегодняшние в 10 раз, и предложить ему что-то, что его действительно сможет заинтересовать. Также он предлагает работать с экспертами, чтобы вы работали в ситуации win-win, когда каждый из вас получает бенефит, да, от общения друг с другом, и окружать себя успешными людьми, от которых вы заряжаетесь, от которых вы получаете подпитку на движение к вашим целям.